Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ГТРК ИР. Теледебаты кандидатов в депутаты в парламент 7-го созыва. В студии работают Батрас Хориев и Ольга Цхавребова. И сегодня в теледебатах участвуют кандидаты от партийных списков. И в студии у нас кандидаты в депутаты в парламент 7-го созыва. Вячеслав Федорович Гобозов и Нелли Георгиевна Табуева. Партия ФДБСТА. Инал Дмитриевич Урегаев и Таймураз Валерьевич Таттаев, Коммунистическая партия. Владимир Степанович Келихсаев и Алимбек Сардионович Плиев, партия Единства народа. Давид Георгиевич Санакоев и Зита Григорьевна Бесаева, партия НХАС. Александр Михайлович Плиев и Амиран Евгеньевич Дьяконов, Народная партия. Алан Сергеевич Таттаев и Елена Ахсаровна Джиоева, Единая Осетия. Геннадий Герсанович Кокоев и Алан Заурович Техов, партия «Единство». Во время ответа на вопросы вы можете передавать слово своему однопартийцу. Право на ответ. Тема наших дебатов – экономика, формула и способы ее развития. Формат наших теледебатов следующий. Вначале у каждого из вас будет 2 минуты на приветственное слово, где вы коротко ознакомите нас с программой вашей партии. Далее мы зададим вам вопрос. На ответ у каждого будет 1,5 минуты. Далее вы можете задать свой вопрос оппонентам. Время на сам вопрос – 1 минута. Отвечать можно также в течение 1 минуты. И в финале у вас будет по 1,5 минуты на заключительное слово. Время вы будете видеть на экранах, которые установлены в нашей студии. Их несколько. Уважаемые участники теледебатов, просьба соблюдать регламент и не перебивать друг друга. Очередность выступлений у нас в соответствии с жеребьевкой Центральной избирательной комиссии. И первым у нас приветственное слово предоставляется кандидату от партии ФДБСТА. Спасибо большое. Спасибо большое. Прежде всего, я хочу сказать, что в этом году партии ФДБСТА исполнилось 20 лет. Это у нас уже наша 5-я избирательная кампания. И так уж получилось, да, что, удивительное дело, 2-й избирательный цикл подряд мы начинаем под 1-м номером. Да? Ну, неплохо. Что касается тебе приветственного слова, я, пожалуй, опущу приветственное слово и опущу вопросы, касающиеся, немного, чуть позже скажу об этом, о программе партии. Я хочу пока сказать кое-какие вещи, касающиеся темы дебатов. Честно говоря, когда вот эти темы дебатов я получил, я был в недоумении. У меня было такое впечатление, что меня приглашают не на политические дебаты, а на какую-то научно-практическую конференцию или, на экзамен в аспирантуру, скажем так. Понимаете как? Вот вы прочитаете, если вы не знаете о том, что это политические дебаты, касающиеся парламентских выборов, и вы читаете темы этих дебатов, вы никогда не догадаетесь, что вообще речь идет о парламенте. Я не знаю, кто, исходя из каких соображений, предлагал эти темы дебатов, и почему-то, так сказать, посчитали, что именно эти темы являются приоритетными. Мне кажется, гораздо более логичным было бы говорить, учитывая, что у нас первые выборы в профессиональный парламент. Фактически с этих выборов, с результатов этих выборов начнется формирование законодательной власти на новых принципах. И я думаю, было бы гораздо логичнее, если бы дебаты начались именно с того, каким мы видим этот первый парламент, этот первый профессиональный парламент, что мы считаем должно измениться в нем, какие должны в нем вещи измениться и так далее и тому подобное. И самое интересное, было бы интересно все-таки обсудить и то, почему вот эта избирательная кампания складывается таким образом, почему у нас, так сказать, только одномандатника выпало и так далее и тому подобное. И избирательное законодательство наше. Поэтому я думаю, мы и об экономике тоже будем говорить, но пока вот это, вступительное слово, место приветствия. Спасибо большое. Теперь слово предоставляется представителю Коммунистической партии. Пожалуйста, ваши 2 минуты. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые товарищи. Добрый вечер, уважаемые кандидаты в депутаты парламента Республики Южная Осетия 7-го созыва. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Мы коммунистическая партия. Самая старейшая партия со своей историей и со своей идеологией. А идеология наша проста и очень даже понятна. Все во благо человека труда. В новейшей истории Осетии мы первый раз, когда не прошли парламент, остались у стен парламента, это 6-го созыва. Да, были у нас внутриполитические разногласия, но мы их, слава Богу, решили.
Сегодня мы омолодили партию, омолаживаем и впредь будем омолаживать нашу партию. Сегодня у нас, как и кандидаты в депутаты парламента 7-го созыва парламента Республики Южная Осетия, идем на выборы с новыми лицами и с новым молодым составом. Есть у нас конкретная программа, у нас есть поставленные цели и задачи. На данном политическом этапе коммунистическая партия выступает за многоукладную экономику с преобладанием государственного сектора. Спасибо. Спасибо вам большое. Далее слово предоставляется представителю партии «Единство народа». Вайзер Тахурзвет Ним Знаргам Бестекте. Абу мох халам экономика и форста. Мох эз мэ мэ команда зунам и рестовне экономика и форста. Тингжабах юмеса дуохат мох нэ свертам парламенты нэ кудэта. Удунэсты мохан нэ и рестовне квесты фалатта. Эзден уверенный, что кэд квестфалатте фазлной и рестуне вэд и рестунганандар ученис бире энчундар. Фэла кэгоган, фэраста мох наварам на экономикае, на сельские хозяйствае, фэла ца эссарым бойдаям, кэгоган эссарым бойдаям, праздник тэхай, 100 миллион тэ. 100 миллион рохшен кэм бойдам праздникэн, мы нашествие на борзом бойде, что мы мог не варим экономика, мы сельские хозяйства. И смог мы и рестуны, бира хурс, совик союзского дис, в одном дис бира заводы, предприятия. Мы что мы не изгнан, мы советский союз периодай, обун истом мог сисем, мол искусен кэн кэн мог, что гранит сви, умем мы, кустовата мог кун ясарам надамен, в од надам кочеринч, вахдагай жабахну. Ноги мовта, донете хай, рохшен котан 25 миллионов, шамей сверами, шочикта, ме шамей одан фидой, донете хай, шочикта. Уши 25 миллионов мокси стойком, ме квавертекам, не экономика, вед биле фахоздар дойкой, абон мохан, не оварта. Ме мовта кесе, фельдар каве, куздарен, не одан ме, кустафата, шамей агурам, шамей, не одан размешавой. Умем ме, мох абон кен лакудекенем, надамел, веду дженис, тенгзен. Махан, накуда таис, парламент ма, кубаша амад, уж фасата мах, вердестам. Все, спасибо, время истекло. Две минуты истекли. Итак, пожалуйста, партия Нахас, вам слово, две минуты. Визар Тахурс, на знархам Бальта, на знархам Бастакта, обун тенг охчьяк форстаис, на разнен сувертуй, на чинисор стобуна фин Бальтфала. Зафтакуды кема одам, аж так, тахсин кэнчин дар форстата тенг дар. Мы раз мы дар загдуди фала зафта загдинем одунсты вдам взарсте на парламент мы. Мы херен шехузан халдер шедесты закатта. Мы херен шехузан хатчажина дршеди. Мы херен шехузан с хатчасты мене адаман сакодета. Охам дискодия. Шаман на цель журам. Шаман на. Шаман я бахсам. Каражиям бахсам. Куттакшем идагизун. Мы херен кубам бахсам. Сом ночь взар дароди. Радедес баракута, я радедес каус росткенен. Мы мухтем, бахсам, ничил на жура. Мухал жертом, журжестам, мельдорт, журам, мель журжестам, дортарда. Шамарой, ты не знаешь, мой макода. Мухан на кода, липат сарайда. Не хос куснаги, мед, рта политика, кубой уста. Хед мухан на кода, диофта. Фельдар политику, он трехтема, фельдар, одам, ройсу, хоя, двзарстете. Одам, це сахада, гровзарат. Надар цик, надар хишаат, надар хишам партия. Комац одам ровзоруй, кай цефанде, он депутата, кай цефанде, кай не хост мацакусен, кай лувандинч тенгда, хой тихай ме власте, ладам, на лувандинч. На лувандинч мацак, кай не сойге постоянно. И хотршам бойдай, сойдай. Дыка хотршам бойдай, сойдай. Ма одам уже из фальмашиды ста, удаттай. Зовта куда керем, ма экономика, фунч минут, ма нажур джистам. На программатан, на финджесту, табундар джизах джистам, мах основной форстатанам шимат, шицаунам, шифорстатунам, экономика розма шитта тави. Фала, мах кумен канам, пат сайдог, ма пат бендурны шивара, на пача хадан дар, ма на политикун систему ан дар форстата. Вад ниша ма, ниршав джистам. Вад ман офта каражи сай джистам, дортар дар, ма на кутта гоша джин фастама. Вот хайма фанды дизаган, ма фитчог нахоз. Спасибо вам большое, спасибо.
Далее у нас слово предоставляется представителю партии «Народная партия». Добрый вечер, уважаемые сограждане, ваши дорогие друзья. Тема наших сегодняшних дебатов, это экономика и формула развития. Но прежде чем приступить к самой формуле, выведению формулы, надо четко и ясно понять, с чем мы столкнулись на данный момент. Более 80% населения Южной Осетии живет за чертой бедности. Это доказуемо, потому что по данным Министерства экономического развития, прожиточный минимум составляет 11 тысяч рублей. 11 тысяч рублей – это полноценная семья, которую я считаю полноценной. Это трое детей, отец, мать. Это 55 тысяч рублей. Практически в Южной Осетии нет практически такой семьи, которая бы, ну, за исключением там, 20%, которая бы получала столько. То есть получается, что ниже прожиточного минимума – это зачастую бедности. Вот с чем мы столкнулись. Это тяжелейший социально-экономический кризис, на самом деле, формула приблизительно. И на протяжении вот 10 лет последних дней мы не смогли до сих пор выработать четкую концепцию экономического развития. Множество программ, которые были, там краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная, абсолютно не подходили под реалии нашего времени. И у Народной партии есть четкая программа введения развития, экономического развития. Мы его публикуем, мы его представим, безусловно. Наиболее важным сектором является малый бизнес, который мы должны развивать. Практически у всех крупных индустриальных стран все-таки малый бизнес стоит на первом месте, тем более у нас. В последнее время к этому сектору абсолютно никакого внимания нету, хотя приняты определенные законы там кредитования, они абсолютно не достаточны. Мы будем в парламенте работать над этим. Спасибо вам большое. Теперь слово предоставляется представителю Единой Осетии. Пожалуйста, ваши две минуты. Вайзер Хорс, Мазнор, Хндастекта. Обунто, наиристун одам лауэм, штер возык женев завстрос. Обун кумер равзарам на историон кахшеф разме. Abon kommer avzorem ne parlamente deputatták edun kusztiszte, festak fondjaze irisztónak herzüvegen. Összer berzon ten, abon parti jugond irisztón, szer leuvek kejden, rmesztú mely neje fel, összer berzon ten, ha hem kamanda ekszen kejden, kesik amanda alabon deris, jadem farszme. Jalak akseft terú, jadem elbaszt. Jalak ottak derú, jadem elbaszt. Magalak hat deris, jadem farszme, köd irisztón adem jölder, Авто махтер стем, иристун сервелтау, мене фенде саразен на иристунен, кот хуздара, ме ясун бун кудра сухтара хуи. Мен нефсис, ме махе алчи дар, ку башева каласкенем ме, фарастем юне, вед зердея дара куде кенджин, сарей дара куде кенджинис, ме не дам дум тем кускея, венгея, чиши ба куста, абон юнг, яшарде ми дар кут политикум парти, кудем беста гунафта, чиши ба куста, ме чиши ба кущени дартер, Вы выходите так хоздарун ут, мне хоздарзун ут. Кура гаден алкемендер, шамей, а уже взорен фадыг мэко башават, вэд фенат, иристуны, райраста тэхэй, мэ иристуны, размазжеды тэхэй, чишы сарыста, ашы бастае. Хави, ама хау мэгэс, ка калас раттат, ама калас кэнат, хионан нэй, хастаган нэй, мбалан нэй, критикал чишы ушадамэн нэй, фэлэ реалны, гуттэкте, яшардымидэк, чиаразы, иристуны, сарвалтау, ама иристуны хэрзивэген, хау шадамэн. Штыр бузнэгэн. Бузнэгэн, штыр бузнэгэн. Дартэр нэхас барлэвэрцэ, парти Иудзинады, Миневарэн. Уважаемые друзья, уважаемые телезрители, я имею честь представить здесь партию Единство. Партия Единство тоже одна из опытных партий в нашем обществе. Из партии Единство вышло много ныне действующих, в том числе политиков. Но это, скажем так, в славном прошлом. Что касается будущего, то мы намерены в парламенте выполнять позиции своей политической платформы, которую мы уже опубликовали. Но и главным приоритетом нашей партии будет реализация национальных интересов. Что касается темы нашего сегодняшнего здесь, темы сегодняшних наших дебатов, то я могу сказать, что давайте мы определимся с тем, что мы имеем на данный момент в сфере экономики. Давайте вспомним о том,
что в ходе войны, которую развязали против нас грузинские неофашисты, еще в 92-м году было потеряно 70% национального богатства. Очень тяжелые времена были во время энергетической, транспортной, экономической и любой блокады, в которой пребывала Южная Осетия, и что тоже не могло не сказаться на ее экономическом состоянии, на состоянии ее народного хозяйства. Основные фонды нашей экономики морально и физически устарели, требуют обновления, поэтому необходимо привлечение инвестиций, необходимо создание благоприятного инвестиционного климата, потому что своими силами мы эти потери восполнить не сможем. У нас есть своя экономическая программа, мы намереваемся ее продвигать и считаем, что приоритет должен быть за системным подходом. Благодарю вас. Спасибо вам большое. И дальше переходим на наш вопрос. Время на ответ вам дается 1,5 минуты. Какую отрасль экономики вы считаете приоритетной для нашей республики? Пожалуйста, Федебест. Хороший вопрос. Но я, если говорить о приоритетах, считаю приоритетным совсем другой вопрос. Я считаю, вот я вспоминаю анекдот советской поры, значит, когда руководителя советского государства спросили, вот вы говорите, что вы идете к коммунизму и так далее и тому подобное, почему же у вас в магазинах на прилавках нет мяса? И он ответил, мы идем к коммунизму семимильными шагами, скотина за нами не успевает. Вот у меня такое впечатление, что мы тоже, сломя голову, куда-то мчимся, и за нами что-то или кто-то очень важное тоже не успевает. Поэтому что я хочу сказать? Я хочу сказать простую вещь. Прежде чем мы говорить о экономике, о формулах развития экономики, сначала определимся, о какой экономике, экономике чего мы говорим. Экономике независимого государства, экономике будущей российской провинции, экономике переходного периода, такой дорожной экономики, да, пока мы куда-то идем. Вот это надо определить. Потом, это не теоретический вопрос. Потому что принципиальный подход к развитию экономики в каждом отдельном случае совершенно различный. Я почему это говорю? И, значит, я это говорю, потому что наша главная стратегическая цель всегда, партия Федебаста всегда выступала за сохранение независимости, за укрепление независимого государства Алании. И именно исходя из этой идеи независимости, я считаю, и можно говорить о формуле экономики. Вы понимаете, нам прежде всего надо перестать мечтать о чужой богатой квартире и надо начать обустраивать свою квартиру. И вот тогда мы поговорим спасибо об отрасли. Спасибо большое. На наш вопрос от коммунистической партии отвечает Таймураз Валерьевич Татаев. Спасибо большое, уважаемые телезрители, уважаемые коллеги. Для коммунистической партии, как и раньше, так и сейчас, естественно, является приоритетным в области экономического развития это наше хозяйство, наше сельское хозяйство. Так суждено было быть, природно, географически, но другого у нас фактически и тогда, и сегодня нет. Можно с уверенностью сказать, что все продукты питания на 100% мы завозим извне. Из других регионов, из Северной Осетии, из других регионов России, в том числе из Грузии. Наш бюджет уходит в другие регионы для того, чтобы наполнять другие бюджеты. Свое сельское хозяйство и свое производство у нас практически нет. Что с этим делать? Как с этим бороться? А ведь когда-то, помните, еще в советское время у нас была ностальгия, превосходное сельское хозяйство, животноводство, растениеводство. Это было, конечно, это было очень давно. Сейчас этого практически нет. Село умирает. Это катастрофа. И эту катастрофу можно решить, если мы повернемся лицом и к деревне, и к городу, и к простым гражданам, которые наконец-таки начнут заниматься, начнут работать. Мы прежде всего должны думать о народе, прежде всего должны думать о государстве, о нашей свободной производственной независимости, которой у нас, к сожалению, сейчас нет. Спасибо. Спасибо большое. И сейчас на вопрос будет отвечать представитель Единства народа. Владимир Степанович, как я поняла, вы хотите передать слово своему однопартийцу. Итак, пожалуйста, Алимбек Сердионович Плиев, вам слово. Значит, ни для кого не секрет, что экономика Южной Осетии находится в очень тяжелом положении. Не работают такие предприятия, как Васильское рудоуправление, Югосетальк, фабрика бельевого трикотажа, лесокомбинат, мехзавод и другие многие предприятия. Значит, никакого абсолютно
здесь влияния государства на эти предприятия нету. Они не поддерживаются. И поэтому они с каждым днем приходят в упадок. Я считаю, что вот такое состояние, не что иное, как бездарная экономическая политика руководства Южной Осетии за последние 30 лет. Значит, что мы предлагаем? Определить, под какие предприятия будут работать под государственным началом, и профинансировать программы их развития. По остальным же подумать и поменять формы собственности, значит, акционирование, приватизация, какие-то партнерские отношения и передать их инвесторам, частникам. Значит, также надо принять пакет законодательства, который бы превратил Южную Осетию в благоприятную среду для инвестиций, чтобы действия инвесторов были гарантированы от всякого посягательства со стороны. К сожалению, такие моменты у нас имеются. На нет сведено у нас сельское хозяйство. Время заканчивается. Все. Спасибо время большое. Время закончилось, спасибо. Далее у нас слово предоставляется партии НХАС. Спасибо большое. Много было сказано слов о том, что у нас экономика находится сегодня фактически в застойном таком положении. И, наверное, мы с вами должны разговаривать о том, что является прерогативой парламента вот в этом вопросе. Это экономическое законодательство, которое это отрасль непосредственной ответственности парламента, и она нуждается в больших изменениях. Мы при решении экономических вопросов, да и других всех вопросов, не учитываем одну очень важную вещь, которая у нас есть. Это даже не вещь, это то существо, в котором мы живем. Это наш суверенитет. Он дает нам большие преференции, мы ими не пользуемся практически никак. На сегодняшний день что мы сделаем? Мы тупо копируем российское законодательство. Например, налоговый кодекс. Налоговый кодекс у нас скопирован с российского кодекса. А это большая, огромная страна, 85 регионов, 140 миллионов населения. Да, а Южная Осетия – это страна с 5 районами, с 2 городами и 55 тысячами населения. Их налоговый кодекс, то есть налоговый кодекс, по которому мы сегодня работаем, он не работает у нас. И мы должны будем, я думаю, что прежде всего пересмотреть вопросы налогового законодательства. Потому что тут дело касается также инвесторов. Никто не придет в Южную Осетию, если ему на тех же условиях можно выгодно открывать бизнес в Российской Федерации. Спасибо. Время. Теперь слово предоставляется Народной партии на ответ также полторы минуты. Спасибо. Еще раз вот отвечаю на вопрос, какой сектор экономики вы бы предпочитали. Я уже до этого об этом заговорил. Это, безусловно, конечно же, развитие малого и среднего бизнеса. Безусловно, это как его, стимулирование этого развития. Необходимы определенные законопроекты, хотя определенные законопроекты уже в этом созыве были приняты. Это кредитование малого бизнеса, то есть льготное кредитование. Это надо развивать. 2% очень мало. Я предлагал 10%. Это около 100 миллионов рублей в год. Мы должны стимулировать развитие малого бизнеса как на селе, так и в городе. У нас великолепнейшие условия есть для этого. У нас огромный рынок под носом. У нас великолепные соглашения с Российской Федерацией, как о таможне, так и о торговом деле. И вот именно по этому сектору, развив этот сектор, мы покроем, по большому счету, все наши, так сказать, потребности. Народу надо дать не рыбу, а народу надо дать удочку и место, где он будет ловить эту рыбу. И этот народ заработает, этот народ встанет на ноги. И вот именно благосостояние человека, благосостояние семьи, о каком мы всегда говорим, Народная партия, она будет расти. Спасибо большое. И далее у нас отвечает на наш вопрос партия «Единая Осетия». Уважаемые сограждане, уважаемые коллеги, у меня такое впечатление, что мои оппоненты только сегодня узнали состояние экономики Республики Южная Осетия, что все так плохо. Однако же я вам смею доложить, что рост экономических показателей в Республике Южная Осетия есть на сегодняшний день. На сегодняшний день нашей партии в первую очередь
хочется разработать, значит, ряд законопроектов. Это в первую очередь развитие банковского сектора нашей республики. Развитие банковского сектора для того, чтобы кредитовать малый бизнес. А из тех средств, которые на сегодняшний день помогает государство в плане кредитов, льготных кредитов малому предпринимательству, вот, софинансировать вот те кредиты, которые будут получать наши предприниматели с банковского сектора нашего. Также хочу заметить, что правительством сделана очень большая работа, чтобы освободить от вывозных пошлин нашего товаропроизводителя югостинского. Раньше было 2% на вывоз товаров из Южной Осетии, сегодня этот процент 0% на вывоз товаров из Южной Осетии. Конечно же, было бы лучше, если бы больше средств с бюджетом выделялось малому бизнесу. Но на сегодняшний день наш бюджет нам не позволяет этого, но мы над этим работаем. У партии есть наработки, и спасибо в большое. Дальнейшем все будет нормально. Спасибо. Прими стекло. А вы передаете слово Аненту, пожалуйста. Я могу начать? Да, конечно. Да, можете начать. Добрый вечер, уважаемые друзья. Значит, по большому счету, мы прекрасно знаем, в каком состоянии у нас находится наша экономика. Но я предлагаю построить наш диалог именно, что мы собираемся делать. Сегодня обсудить и в дальнейшем в парламенте. Первым долгом наша партия предлагает вносить поправки в такой важный закон, как закон о малом и среднем, развитии малого и среднего предпринимательства. Также о льготном кредитовании. Наши собственные доходы, благодаря работе предыдущего правительства, и сейчас увеличились почти до миллиарда рублей. В данном случае мы предлагаем вместо 2% от собственных доходов все это повышать до 4%. Помимо этого, значит, закон о банке и банковской деятельности, уже коллега говорил, но обязательная докапитализация нашего банка и обязательное усовершенствование платежных систем, в том числе и создание собственных платежных систем по аналогии с нашей братской республикой Абхазией. Далее очень важный момент, на мой взгляд, если мы за полторы минуты успеем, наверное, еще дальше продолжим. Национальные проекты национального масштаба предлагаем под гарантии правительства, и это можно в законе о бюджете провести, и соответствующие национального значения проекты именно финансировать с нашего банковского сектора. Спасибо. И в дальнейшем развитии. Спасибо большое, партия «Единство». Теперь, дорогие уважаемые кандидаты, у каждого из вас будет возможность задать вопрос, свой вопрос оппонентам. Время на сам вопрос 1 минута максимум, и время на ответ тоже 1 минута. Пожалуйста. Только по экономике? Да, любой вопрос в рамках темы. Я бы хотел вернуться к тому, что у нас дебаты парламентские. Я бы хотел просто, чтобы наши, так сказать, мои оппоненты или мои коллеги, да, тоже высказали свое мнение о том, каким они видят парламент, первый профессиональный парламент, который избирается. Какова должна быть его роль в системе власти нынешней, да? Изменится она, останется, должно у него быть собственное лицо или не должно быть вообще, и так далее, и тому подобное. И какие, может быть, новые функции получит парламент, какие функции ему необходимо придать, и каким он вообще должен быть, по их мнению. Пожалуйста. Давайте отвечать тоже по очереди. Да. Итак, пожалуйста, по желанию. Коммунистическая партия. Ну, спасибо большое, Вячеслав Федорович, за вопрос. Действительно, парламент профессиональный, как мне кажется, в этом парламенте должны работать профессионалы. Парламент – это законодательный орган. Там надо работать и работать на благо народа для того, чтобы осуществлять и делать те законы, которые нужны народу. И, как мне кажется, и мы в том числе, коммунистическая партия, считаем, что единственным и неприемлемым, самым главным решением в этом конкретном вопросе является то, что каждый профессионал по экономике, по образованию, по медицине, по всем остальным отраслям должен присутствовать в парламенте. Человек должен знать, что делает. Потому что законы, которые будут изданы новым парламентом,
будут подчиняться все жители Республики Южной Осетии. И от этого зависит наше будущее. Поэтому я считаю совершенно правильно, парламент должен быть профессиональным. Спасибо большое. Далее у нас отвечает на вопрос представитель партии «Единство народа». Хотя мог дестан против, что мы профессиональный парламент, дай ту шанс. Мог я котом, что мы нас созидим, что дай ту же парламентский профессиональный парламент. Фламетта не был костой мог, мы можем предлагать котом, и вот, что фараста рахшен котой, 13 миллионов в год, по-моему, что вы. Хаудун роттем 5-6 тысяч рублей, та, семесте, котарка месте, хаудун энца урдам роттем. Фламетта не был костой. Схалас котой, удун удесте фальдарай, партия большинства, Мохо стам коттер, скарас коттой, месен семеста сорастой, 40 тысяч рублей. Одам фирух коттой, каш одаме обундата, ша дестаме лахстек, дестаме одаме, ша менин скарас кануи. Флаш дата одаме фирух коттой миват, ма нахивил парламент, хавише мест сорастом нахишен. Обун юнг парламент, скоттаме мох профессиональный парламент, фле ма бун на скулен профессиональный парламент. Махунг вайм байдам. Спасибо большое. Спасибо. Время. Время истекло. Итак, пожалуйста, партия НХАС. Пожалуйста. Добрый день. Действительно, очень хороший вопрос, потому что профессиональный парламент – это не должно лишь быть одно название. Профессиональный парламент – это люди, которые действительно разбираются, ориентируются в работе парламента. Это независимый парламент. До тех пор, пока у нас не будет четкого разделения властей, и пока парламент не будет независим, никакого эффекта от работы парламента не будет. Сегодня парламент не исполняет в полном объеме свои функции. Контрольные функции – это огромные функции, которые есть у парламента. Нету контроля соответствующего над исполнительной властью. Пока парламент и люди, которые придут в парламент, не будут исполнять свои конституционные обязанности по Конституции, никакого эффекта от профессионального парламента не будет. Еще хочу отметить одно. Профессиональный парламент, независимый парламент и люди – с большой, высокой правовой культурой должны приходить в парламент. Лишь только они могут сориентировать и вывести на новый уровень законодательную... Время. Спасибо большое. Время. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. И далее у нас отвечает на вопрос представитель от Народной партии. Да, в принципе, там у меня как бы вопрос, это ответ делится на два, так сказать, ответа. Это первое. Конечно, безусловно, парламент должен быть профессиональным с точки зрения иметь свой орган контроля над бюджетом. Коли так парламент принимает бюджет, он непосредственно должен иметь орган, который бы контролировал этот бюджет. К сожалению, на данный момент такого органа у парламента нету, у избранников народа такого органа нету. Это необходимо создать на следующем созыве. И второе, которое необходимо, это участие, именно непосредственное участие в формировании бюджета избранников народа. К сожалению, до этого времени этого не бывает. К нам приносят, так сказать, уже готовый бюджет, так сказать, готовую инвест-программу, где избранники народа, то есть депутаты, не могут уже вмешиваться в этот практический бюджет. Это необходимо сделать, хотя это и обещал я Анатолий Ильич, и безусловно... Спасибо. Спасибо большое. Время подошло к концу. Итак, пожалуйста, представитель партии «Единая Осетия». Ну, профессиональный парламент в первую очередь должен быть парламентом, который будет отражать все чаяния и надежды нашей республики, нашего народа. Должен отвечать всем нормам и критериям мировым. Это в плане профессиональной подготовки наших кандидатов, которые стремятся попасть в этот парламент. Конечно же, профессиональный парламент – это хорошо, потому что люди, которых выбирает народ и выбирает на следующие 5 лет, они должны профессионально заниматься своим делом, именно законотворчеством, именно проектами законов, которые вносятся в парламент на благо населения Республики Южная Осетия, увеличение социальной помощи и всех социальных гарантий населения Республики Южная Осетия, а также всех отраслей государственного строительства нашего общества и нашей республики. Я думаю, что профессиональный парламент, он необходим сегодня. Спасибо большое. Время.
Далее у нас на вопрос отвечает. Ну, немного подытаживая, могу сказать, у парламента три главные функции. Законодательная, представительная и контроль за исполнением бюджета, то есть за расходованием народных денег. Я думаю, что все эти три функции, они должны дополнять друг друга, и в этом случае парламент действительно будет профессиональным. Безусловно, повышаются требования к уровню подготовки депутатов в плане образовательном, культурном, политической культуры и, ну, в другом, и в других аспектах. Что касается независимости парламента и его места в системе государственной власти, то я считаю, что функции парламента и его полномочия должны быть существенно расширены. Парламент должен принимать более деятельное участие в формировании исполнительных структур власти. Спасибо большое. Время вышло. Сегодняшняя тема у нас была экономика, но первый вопрос отошел как бы от темы. Поэтому вы тоже имеете право задать вопрос не и по другой тематике. Любой вопрос? Любой вопрос. Да, спасибо. Вы знаете... Коммунистическая партия. Спасибо. Прежде всего, мне хотелось бы вот какой задать вопрос. Все кандидаты, все довольно-таки опытные специалисты, профессионалы своего дела, все мы лично друг друга знаем. Мне хотелось бы вот какой задать вопрос. В случае избрания вашей партии, в случае того, что если вы пройдете в первый профессиональный парламент, какие конкретно законы вы предлагаете для того, чтобы наше село, наши районы, в конце концов, не вымерли? Там не осталось людей уже. Люди все бегут в села. Какие нужно создать условия для того, чтобы люди, в конце концов, жили, работали на селе? Может быть, какие-то предприятия, может быть, мелкие крупные заводы, фабрики. Есть же когда-то, было же в советское время, созданы огромные хорошие мануфактурные фабрики. Почему сейчас этого нет? Я не знаю, но, в принципе, я считаю, уверен, что есть по каждому конкретному вопросу определенное внесение в законодательство для того, чтобы мы сумели это сделать. Спасибо большое. Спасибо. У меня вопрос. На этот вопрос, как мы поняли, от партии ФДБЕСТ отвечает Нелли Георгиевна Табуева. Да. Вопрос очень интересный и очень болезненный для нашей страны. Дело в том, что вопрос поставлен как-то, как вам сказать, не учитывая ту ситуацию, которая находится у нас на селе. Там нет людей вообще уже. Прежде всего, надо вернуть туда людей. Надо создать условия, такие условия, которые позволят народу туда вернуться. А вот мы много вот тут говорили о малом бизнесе. И малый бизнес, скорее всего, надо поднимать на селе. А как его поднять? Я предлагаю лично, вот мы предлагаем, сделать такую вещь. Во-первых, на 20 лет освободить жителей села от налога и предоставить им на 20 лет беспроцентный кредит. Создать условия для того, чтобы людям захотелось вернуться в село и развивать тот самый малый бизнес, о котором сейчас вот много говорят. Я думаю, что нужно найти механизмы возвращения народа в село, заинтересовать его. Ну, естественно, вся инфраструктура, дороги и так далее. Время вышло. Итак, сейчас слово предоставляется партии «Единство народа». Отвечать будет Алимбек Сардионович Плиев. Пожалуйста. Ваша минута пошла. Махазнундар, дестам тинагар район, обрыва, заккора, цхилуна, пацафет, там шығызан овары шарынч на кава адам. Шығызан фандакта цени, мацин шығызан овар таис. Мах предлагат кенам, шамай адам, манакут зақты офта, фастама адам кавмазда хуй. Вит хесар, зын крестьянска фермерски хазайствата, перерабаты вайши предприятета, шамай кредит тараттой, беспроцентный кредит тараттой, хуше кавун хажарады чиву сахудонан, шамай циндаттой льготный условетел, чтобы предоставляли им семена, технику, удобрения, и чтобы проводили электроэнергию, газ, чтобы строились дороги. Там вчера мы смотрели, дороги были в очень ужасающем состоянии. Наши машины чуть ли не, я не знаю, в каком состоянии оттуда вернулись. Мы кавода, мы каверкасен. Каву мохан на фарн, каву мохан на сумбун, каву мохан на история. Спасибо большое. Спасибо. Далее слово предоставляется партии
Михайловна. И отвечать будет Зита Григорьевна Бесаева, пожалуйста. Спасибо. Минута. Ну, мы думаем, что наша партия все-таки будет акцентировать, как сегодня мы это делаем, на принятии концепции развития экономического развития, куда входит и развитие, конечно же, сельское развитие. Мы будем настаивать на принятии программ соответствующих для развития разных районов по-разному, потому что есть у нас Ленингорский район, где приемлемы совершенно другие потребности, нежели в других районах. Мы будем акцентировать и будем выступать с инициативой о принятии соответствующих законов, которые будут создавать более благоприятные условия для фермерского хозяйства. И, конечно же, все, что сказали предыдущие ораторы насчет того, чтобы это было беспроцентно, процентные кредиты, это должна быть поддержка государственная, местного населения. Это должны быть созданы условия для того, чтобы они могли развиваться. Местное население надо заинтересовать в том, что можно развивать сельское хозяйство, можно находить рынок сбыта как спасибо внутренний, большое. Так и внешний. Спасибо. Итак, слово предоставляется теперь Народной партии. Пожалуйста. Конечно же, вот я уже об этом говорил, я последовательно, так сказать, системы отстаиваю, безусловно, интересы малого бизнеса на данный момент. И вот именно к этому идет все, в принципе. Чтобы мы подняли село, безусловно, там надо открывать крестьянско-фермерские хозяйства. Там надо кредитовать этих людей, на самом деле. И достаточно низкое кредитование должно быть. Туда должно быть закуплено серьезно, техника. Практически в каждом селе должно находиться обязательно 2-3 трактора. В каждом районе должен находиться СТО, то есть станция технического обслуживания, чтобы, безусловно, крестьяне смогли чинить свою технику. Беспроцентно отдавать крестьянину, который на селе, отдавать удобрения, отдавать саженцы, всячески стимулировать его в этом направлении. Безусловно, надо создавать пункты приема продукции. Время подошло. Спасибо большое. Итак, партия «Единая сеть». Хатермен Бакенут, здарев тазарджинен. Мопан интердебус рейк мусенерместер кавероттен. Кавероттен без процентов кредит. Кавероттен кашента. Кавероттен таванермек. Фалавив дарофтен азахто кешей сарайсен. Ауше кавероттен кешей у. Ави иска кешей рокене. Иол даретен джадахайзонут, что дуазем идак, иристуне бюджет, вафел дари дуа хатте. А ви кейза слуга ви алчи дар зоне. Ма хауше бюджете роже, або махен, на фермертен, ма на мали бизнесен, рот шедис кредитта, виде 5%, фонч процентон кредитта. Ма ви уш трак азгенек, шамей на мали бизнес розмеша ва. Дартер, мах мак ау хежара дар розмежа джинаден, программа ис, ма уш программа, кон шау дженис газификация кот шава хафта. Абон дар нахиш ават шатта, у кау ма шау, ма чи у шарм ма шатта, او من آراز قوه خجار، من آراز آلو سلوه تدر، شمه یه خبر، یه کست اوم رای دو. Спасибо большое. И далее у нас на вопрос отвечает партия «Единство». И от партии отвечает Алан Заурович Тыхов. Безусловно, первым долгом – это развитие инфраструктуры, это дороги, это электроэнергия. И самое главное – газификация. Серьезная работа была проведена предыдущим правительством, и заключен договор по генеральной схеме газификации, к чему причастен и ваш покорный слуга. И это очень важное направление, потому что газ, дороги, электричество – это первым долгом. Все это происходит для того, чтобы шло развитие, и люди возвращались в село. Соответственно, крестьянско-фермерские хозяйства, я уже поднимал этот вопрос, обязательное субсидирование процентной ставки уже полученных кредитов крестьянско-фермерскими хозяйствами. Из этого, я еще раз говорю, можно из наших доходов все эти вопросы можно решить, безусловно, одномоментно и без всяких проблем. Спасибо. Спасибо большое. Итак, сейчас предоставляется возможность задать вопрос представителю партии «Единство народа». Пожалуйста, одна минута. Хаюшла путехай. 90-й асте оборона срастис. Мехеве дьябурню 8-й годы юнг лепуте боттесты окопти юлдар. Вахтаги джахзунг, вахтаги джи боттестут. Хеве дьябурню юнг факанкатуй нейрестун. Меца обун уже пенсия арвитенч. Билет дэ сакрашат раскоттуй, меца пенсия даравестуй. Меца пенсия тасте
6000 рублей. Загад мен йодемок, каше одемок шаре 6000 рублей. Шамена касан мох хаушла путам, каше шагдар уши сабржина, дархасту и мохан и рестунен хардам, ма мохам бада машам удонтехай. Шамен рухкенен мох хаушла путам, ше катал путе, каше рестунен вела макуттуй, ше абхазе, ше жавджикаве, хаште, ше нахи хаште остан и рестунен. Шамен рухкенен мох удонен. Время истекло, ваш вопрос. Понятен, пожалуйста, Федебаста. Вопрос понятен, и на него ответ будет очень короткий. Я полностью с этим согласен. Я думаю, это является вообще трагедией, что мы до сих пор не приняли соответствующих законов, которые бы приравнивали этих людей к ветеранам боевых действий. И я думаю, что, вернее, я могу, так сказать, сказать со всей ответственностью, что наша партия, если она будет пройдет в парламент, она будет добиваться этого как можно быстрее, чтобы эту несправедливость действительно наконец-то мы исправили. Уже прошло достаточно времени после войны, уже мы прекрасно здесь понимаем, я полностью согласен с Владимиром Степановичем. Этот вопрос надо решать максимально быстро. Все. Спасибо. Действительно, спасибо. Коротко. Итак, пожалуйста, коммунистическая партия. Я абсолютно поддерживаю. На самом деле, Владимир Степанович правильно сказал. Те участники и те люди, которые отдавали жизнь, они непременным образом должны не забываться. В законодательном органе, как мне кажется, надо и это отметить, приравнять действительно их и к ветеранам, и к участникам. Да, кто-то держал автомат, кто сидел в подвале, женщины, дети, старики, им что делать? Но они тоже здесь были. И их надо обязательным образом приравнять к участникам и к ветеранам. Их осталось уже совсем немного. Их уже практически нет с 90-х годов, которые были участники. Кто был с 2004-го, 2008-го участники. Некоторые, к сожалению, остаются в забвении. Это неправильно. Их надо вспоминать и их надо законодательным образом закреплять. Спасибо. Спасибо вам большое. Далее у нас отвечает на вопрос представитель партии НХАС. Вопрос насущный. И я просто вопросом на вопрос отвечу. До сегодняшнего дня люди, которые будут за них стоять горой, не предприняли ничего, чтобы закрепить их статус, чтобы поддержать их социально, и не только тех, которые остались живы, но и те, которые отдали свои жизни за нашу Родину. Не было сделано ничего. Помимо всего остального, не было сделано ничего для того, чтобы отстоять армию. Чтобы у нас была армия крепкая, способная защищать нашу Родину, в которой состояло много из тех людей, которые защищали Родину в 90-х и в 2008-м, и защищали бы ее еще и дальше, не дай Бог, конечно, чтобы это понадобилось. Да, необходимо на все это обращать внимание, но до этого надо было думать тоже. Не сегодняшним днем мы живем, и не сегодня построилась Южная Осетия. Спасибо большое. Спасибо, время истекло. Сейчас слово предоставляется Народной партии. Кто будет отвечать? Пожалуйста. Амиран Евгеньевич Дьяконов. Спасибо. Уважаемые друзья, у меня складывается ситуация, да, вот на, как будто бы осетинская пословица. Кто так говорит, видел медведя, да, но искал его след. Уважаемые коллеги, то, что мы сейчас видим и обсуждаем, есть результат доп. Соглашения, дополнительного соглашения, которое прямо противоречит большому соглашению, в котором прописывалось вхождение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации. В доп. Соглашении, о котором я говорю, прописание, вопрос прописания вхождения в отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав вооруженных сил Российской Федерации подменено элементарным понятием приема в армию по контракту. Уважаемые друзья, когда мы подписываем подобные соглашения, да, мы должны отвечать, какие последствия, в том числе и социальные, для тех ребят, которые защищали свою Родину, они повлекут. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Время истекло. У нас регламент, который установил Центральная избирательная комиссия. Слово переходит к следующему кандидату. Итак, пожалуйста, партия «Единая Осетия». Вам слово. Штер вазык джем фарстау, ваше фарстау, на ветеранта, ветераны боевых действий 90-х годов, обунджиш кашедар категория зоя на кустардай, на социальный хосай, на ауша хосай каше янкома каше Ома хиша воде фарс ме болево, ме им бахус кена. Не парте абуни юнгдер, бире араз мазал тауш адамет хайдер.
Иснам бира кодета, не ушода метахай, шамеса сэндвэскэнам, ветераны боевых действий, шэн роттам социолун статус, шамеса сэндвэзуй на горжжентэхте ветерантам юме, эмэ шамей эрвитэм хускэнам вэрэсэ хоздар клиникатэм, шамеса но санатурна курортни лечене, А вы так хай, мох мейс бира кодета, ма бира хоберта кедун, вачеген орождестам, парламент ма кубошу амад. Спасибо большое, спасибо. Далее слово предоставляется представителю партии «Единство». Вопрос действительно весьма актуальный. В некотором смысле ветеранам боевых действий были предоставлены льготы, в том числе в рамках закона о жилищной политике, который был принят еще парламентом 5-го созыва. Но этого, очевидно, недостаточно. Безусловно, обеспечение материальное, социальная реабилитация воинов, защищавших родину, должны быть приоритетны для вновь избранного парламента, независимо от того, кто на каком месте будет работать в будущем. Да? Я думаю, что этот вопрос должен быть поставлен во главу угла. И средства на это тоже надо будет изыскивать в нашем государственном бюджете, потому что российская сторона может и не дать эти средства. Вот. И поэтому мы должны изыскивать свои собственные ресурсы. Я вас уверяю, что это не такие большие деньги, чтобы не решить эту проблему. Спасибо. Благодарю большое. Вас. Спасибо большое. Уважаемые кандидаты, пожалуйста, все слышно, пожалуйста, не переговаривайтесь, мешайте остальным. Спасибо. Итак, сейчас слово предоставляется представителю партии НХАС. Вы можете задать вопрос. У меня очень простой вопрос, он как раз касается непосредственно избранников народа. Насколько для вас важна воля народа, которая определяется буквально в двух случаях, наверное, во время выборов и во время референдума? Потому что во время референдума 2017 года мы выбирали не только президента, но и у нас был референдум по возвращению нашей стране исконного названия государства Алания. До сих пор не реализована воля народа. И мы пока еще не слышали ни от кого, кроме как от себя, возмущений по данному вопросу. Поэтому я вот хотел бы задать этот вопрос нашим коллегам. Пожалуйста, Фадыбаста. Ну и воля народа священно для меня лично и для нас. И во-вторых, что касается государства Алания, это вопрос, который, так сказать, мы были одними из инициаторов этого референдума, который мы поддерживали и поддерживаем. И действительно, я тоже считаю, что на сегодняшний день почему-то результаты этого референдума прямо или косвенно игнорируются. Прямо или косвенно. Это, безусловно, недопустимо. Это во-первых. Я думаю, что действительно, вот Давид Георгиевич сейчас заметил, что у нас воля народа значит, проявляется только во время референдума и выборов. И это, кстати говоря, очень плохо на самом-то деле. Мы считаем, и мы это в своей программе написали, что воля народа должна проявляться, и народ должен влиять и после того, как прошли выборы. А для этого надо, значит, у нас до сих пор формально присутствует то, что мы кого-то можем отзвать, в том числе и депутатов, но фактически мы не можем отозвать никого. Я считаю, что мы в первую очередь должны законодательно внедрить понятные и легкие механизмы отзыва всех выборных. Далее слово предоставляется представителю партии Коммунистическая партия. Спасибо большое. На самом деле референдум, который был, и народ высказал свое мнение о возвращении нашей исторической родины, это не просто так. И на самом деле большинство граждан, которые проголосовали, и я в том числе, за возвращение названия государства Алания, это является историческим шагом. Другое дело, что сейчас мы видим в средствах массовой информации, все хотят воспользоваться нашей историей, все в одночасье стали аланами, сарматами, скифами. И это не есть хорошо. Мы на законодательном уровне приняли, что Республика Южная Осетия – это государство Алания. И это надо применять везде. В школе, в университете, во всех социальных учреждениях. Везде надо прописывать, что это государство Алания. Поэтому я согласен абсолютно и полностью. Спасибо. Теперь слово. Юристы, история на Менгай, что мы охраняем, даже
Ушесть история, родовный менобуни юнг, штайтеля путев от охоту и рестун. Ушесть история, рокмазунуй, не свелате, не касате, лях сколты не менгай. Мама люди фанды загановта. Принцкий выбор такой достана, вед ум дуа президент, вед мою президент, дуа кандидат президента, на бану хаскоту, ума принцкий выбор те фаста, комажа мах референдум, а вхождение в состав Российской Федерации. Обон юнг дар, уше референдум, шамен не важам, шамен башам, урескунма. На Канада мы фанды, что мы говорим референдум, мы сами говорим. Это парламент дарует вас то систем, мы меня бахтой жюрен. Это не барон. О, это не барон. Кайна фанды, что мы баша мах орус скунд мы. Адам, не референдум рахасам, референдум. Спасибо большое. Все, время, стекло. Далее у нас представителю слово предоставляется представителю Народной партии. Вопрос такой был: что для вас воля народа? К сожалению, Давид Георгиевич, воля народа только не только проявляется во время выборов. Не ожидал так от вас, такого ответа. Или во время референдума. Нет, воля народа у нас проявилась в течение 19 лет, когда народ, 20-30-тысячный народ встал против 5-миллионной Грузии и отвоевал свою независимость, свободу и независимость. Вот была настоящая воля народа. То есть надо знать и понимать, что у народа нашего великая воля, великий героизм, великая воля. А что касается, конечно же, вот таких обывательских дел, как референдум или, может быть, там выборы, это, конечно же, воля должна быть высказана на референдуме, она есть, она будет внедряться, безусловно. Государство Алания есть, мы ее доказали кровью, потом, жизнью наших соотечественников, наших братьев, сестер и тому подобное. Спасибо большое. Итак, пожалуйста, слово предоставляется Единой Осетии. К сожалению, для некоторых наших граждан воля народа изъявляется только во время выборов и во время референдума. А мы эту волю чувствуем каждый день. Волю народа к лучшей жизни, волю народа, которая требует, чтобы ему помогли, подставили плечо. И мы всегда рядом с этим народом, которая проявила свою волю в отстаивании независимости Республики Южная Осетия, в отстаивании своих прав, в отстаивании своего «я», своего начала. Да, у нас был референдум, и этот референдум, конечно же, закон. Закон для всех жителей Республики Южная Осетия. И я за, чтобы Республика Южная Осетия была и государством Алания, чтобы писалось так. Республика Южная Осетия, государство Алания. Но я сомневаюсь, что кто-то из нас в своих документах это написал на сегодняшний день. Спасибо большое. И далее у нас отвечает представитель партии. Да. Вопрос о переименовании Южной Осетии в Республику Южная Осетия Алания обстоял еще в середине 90-х годов. И этот вопрос и тогда был актуален. Он решился на референдуме 17-го года. И поэтому здесь двух мнений, конечно же, быть не может. Глаз народа, глаз Божий. Мы Республика Южная Осетия, государство Алания, и двух мнений здесь быть не может. И, безусловно, мы должны в своих официальных документах указывать эти оба названия. Можно, кстати, и раздельно. Государство Алания, например, да, или Республика Южная Осетия. Здесь большого преступления, я думаю, не будет. Благодарю вас. Спасибо. Сейчас зададут вопросы, и вы можете отвечать на следующий вопрос. Сейчас право задать свой вопрос передается представителю партии Народной партии. Спасибо большое за возможность. Все-таки я хочу вернуться к теме нашей дискуссии, наших дебатов. Это экономика. Мы только говорим обо всем, только лишь как о экономике. Я хочу вам задать вопрос, практически у меня передо мной стоят практически все крупные чиновники того или иного времени. Если мы об этом сейчас говорим, если мы заговорили о малом предпринимательстве, которое именно отстаивает интересы, что вы тогда-то не делали в свое время? Вот эти 2%, 30%, там, 5%, кто-то предлагает, 4%, что-то вы уже были на крупных должностях, там, глава района, там, глава администрации президента, там, министр экономического развития, министр, там, и какая разница, член правительства. Чего вы тогда-то не говорили по малому бизнесу? Вот это меня интересует. Спасибо большое. Ну, начнем с того, что я не имел отношения к этому. Это один вопрос. Второй вопрос, значит, если
представитель Народной партии читает не только документы своей партии, то он должен знать, что мы об этом, о помощи малому бизнесу говорим не один день и не два. Другой вопрос. Не перебивай, я перебиваю. Ну, в парламенте сидите пока вы. И вот другой... Пожалуйста, сейчас время ФДБ стоит. Пожалуйста, отвечайте. ФДБ. Нет, конечно, я же говорю, очень легко валить с больной головы на здоровую. Но в парламенте пока сидите вы. Вот когда мы сядем в парламент, вот тогда мы с вами через 5 лет и поговорим о малом бизнесе и так далее. А пока давайте это самое. Говорить, не обвинять других, а думать о том, что вы сами сделали за это время. И давайте, мы же не маленькие дети, да? Мы прекрасно понимаем, что все наши экономические проблемы не от того, что у нас нет хороших написанных программ, а от того, что они не исполняются, как не исполняются и законы, касающиеся этих экономических программ. И так будет, пока у нас будет продолжаться вот такое неисполнение законов. Все, пожалуйста, спасибо. Коммунистическая партия. Спасибо большое. Ну, я скромно преподаватель, я не был никогда чиновником. Хотя на самом деле вопрос актуальный. Действительно... Многие и участвовали, и работали во власти. Сейчас очень легко, конечно, задавать вопрос, почему не было сделано то, другое. Как мне кажется, все-таки на это нужна и добрая воля, во-первых, быть честным и справедливым. Ну а самое главное, это забота о народе. Если эти качества будут, то я думаю, можно осуществить все те начинания, которые стоят перед нами. Я так думаю, что если коммунистическая партия пройдет в парламент, то мы осуществим все заботы народа и сделаем все возможное. Спасибо. Спасибо большое. Далее у нас. Мухтар парламент Кыргызстан, мен ерин. Ве дувахатте мах по 20 миллионов закону Кыргызстан. Шамей адам прайсой 40 миллионов, по 20 миллионов. Дум мухтар хадистам. Фала мен ерин смахтар тат умадам Кыргызстан глава изда, Кыргызстан глава ивая. Жау ройну Кыргызстан из. Мен ахамда смахтар тат умадам. Кавтам кавер касан. Шамей катандам ура маздахой. Из арестун. Жалко школе футбольный поле, махи фарастай, мы партия, не партия, не народная партия, рождись меня, мы нехме, что мы уже поле зум масарастаин. Мы кад мах свелатен, мы кад мах свелатен, не разен добустин футбольный поле, так кад кавте мах ниш не разен, мат кавте адам не ожат вернись мах, вед мах кад куме воздухам кавтем адаме. Не перебивайте, пожалуйста. У вас 10 секунд остается. Все, спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, продолжаем. Итак, слово передается партии НХАС. Я начну с того, что очень важно, чтобы не происходило у нас подмены понятий. Например, по воле народа. Это, я думаю, что подмена понятий, и все, кто разбирается в этом, могут открыть, или не разбирается, могут открыть словари, там посмотреть, что это такое, и в каких случаях проявляется воля народа. Это как раз непосредственно очень, скажем так, очень близкий к законодательству термин, очень близкий термин к парламенту. Это все. Второй вопрос. Я был министром иностранных дел, и в меру своих, скажем так, обязанностей занимался в том числе и международными, скажем так, связями. И свою бытность привез некоторые предложения, в том числе и от предпринимателей и предпринимательских структур из-за рубежа. Потому что Российская Федерация у нас занималась непосредственно Министерство экономики нашей республики. Поэтому Министерству иностранных дел можно было заниматься только более дальними партнерами. Спасибо большое. Спасибо. Прими стекло. Далее у нас Единая сеть. Александр Михайлович. Конечно, мы намерен обун юмелеуем, олка мадар неиска режима форстота, махуша форста, мем мадар родис, у мем фесток дуазе, мастер фесток дуазе, рошеди, кредитаване малого бизнеса, мастер фесток, мен ошил, дико хоту джени, малый бизнес е нахишоват, кедете под 5% годовых. Дортер Ревенем, Шимон Эмершедис, именно хоше дувозенем, Шимали предпринимательство тейс, Михалич. Хаудуне прибыль роттуй, нефте база, несмотря на снижение цены на бензин, до 35 рублей, ротто прибыль, дувозем идек. Ротто прибыль бахиота зовут, ротто прибыль мегафон, кэшо веди алхоттер убиточный, дувозем идек, ротто прибыль 30 миллионов рублей, бюджет Республики Южная Осетия. Завод строительных материалов, кешевый убыточный, обун депте прибыль. Хэвью одамен, хвэсма одамен сэкуэст.
Спасибо большое. Итак, пожалуйста, партия «Единство». Благодарю вас. Александр Михайлович, вы, наверное, немного не информированы. Дело в том, что система льготного кредитования существовала еще в 2002-2003 году, когда я был тогда председателем Госкомитета по экономике, потом министром экономики. Да? Тогда на нужды на льготное кредитование малого предпринимательства давался 1%. Это были не очень большие деньги, но несколько проектов смогли тогда прокредитовать. После этого эта система благополучно умерла. Но вот в прошлом и в этом году было прокредитовано в прошлом году 49 предпринимателей. Из них 70% это сельские жители и фермерские хозяйства. В этом году прокредитовано уже 37. Смею вас уверить, что я тоже к этому приложил руку. Уверяю вас, принятие закона о льготном кредитовании было не очень легким делом. Но мы собираемся и субсидировать процентные ставки для фермеров. Спасибо. Спасибо большое. И теперь возможность задать вопрос у Единой Осетии. Так. Мемме юфорстоис кетгененис у мемме парламента кусткурзу, парламента депутат коме кусткено, закатта коме хасо, ме мохан обун кут фельдер хой парламента югундир, офтане нанахме юверенчме одам форсмела уем, ше дарта за нарозам фала закатта не исем. Мемне журен, что алкаме фельдер закатта ростой нере созиве парламент. Юали. Dikok, kud politikum partita, kud politikum partie sarlevjeta, hafta še mazalte, še khuze lewuta khusay, abun makhan qalashchi qomera ta haushe adaymektan personal na al kaifarts madar, ya tixjinada midag, ya nanijinada tixjinada midag, ya khajar waverte tixjinada midag, ya satsalun waverte tixjinada midag, še sarista tua potencialni izbiratil vrsa gafta khuyne. Вы потенциальный взорджетен обуниюнг. Спасибо, спасибо. И по жребию у нас снова... Ну, вы знаете, каждая партия власти почему-то задает остальным партиям этот вопрос. Прекрасно понимая, что у нее гораздо больше возможностей, чем у остальных партий. Я бы просто хотел, чтобы не путали партии с жилищно-коммунальными хозяйствами, предприятиями и так далее и тому подобное. Партия является политическим механизмом, выражающим волю избирателей. Еще раз говорю. В нашем законодательстве, да и в законодательстве любого государства, единственный, еще раз повторяю, единственный главный вариант влияния партии на ситуацию, в том числе и экономическую, это прохождение в парламент и формирование правительства парламентского большинства, чего у нас нет. И поэтому у нас и наши выборы парламентские, второсортные, и все остальное. Вот когда мы, так сказать, изменим эту ситуацию, а я очень надеюсь, что нынешний профессиональный парламент наконец-то изменит ситуацию, когда парламент является, ну, когда мы проходим в парламент, а потом ничего не решаем. И что мы наконец придем к тому, к чему пришли практически все страны. Что партии, составляющие парламентское большинство, время. Будут формироваться. Вот спасибо. Тогда и поговорим. Итак, пожалуйста, сейчас время на ответ предоставляется. Вы знаете, на самом деле, очень интересный вопрос. Правящей партии, естественно, этот вопрос уместен задать всем остальным. Коммунистическая партия была всегда. Мы не вчера создались. Не позавчера. Мы все время были и всегда работали вместе с народом. Если сказать, что каждая политическая партия ежегодно или в угоду разного рода выборов создается, и ее потом спросить, что же вы сделали, то это другой вопрос. Мы, как коммунистическая партия, всегда работали и будем работать во благо народа. И именно для этого мы идем на выборы. Конечно, будет легче спросить тогда, когда мы уже будем в парламенте, что же вы сделали, работали вы с народом. Это уже другой вопрос. Я думаю, об этом мы поговорим через 5 лет, когда мы изберемся в парламент. Спасибо. Спасибо большое. От партии «Единство» отвечает Олимбек Сардинович Плит. Значит, если члены какой-то партии помогают, скажем, какому-то больному, какому-то, скажем, социально неимущему, или какие-то социальные вопросы решают, это говорит о недееспособности правительства в этой сфере. Недееспособности того правительства, членами которого они сами же и являются. Носос получается? Получается. Nagyon van ironia fendívni hozzágen. Ezt mag megradni magak pasat, menk maga szociálni masina kene kalaszka. Mert a fesztek maga kene duad, ezt kameram si perda szapiratóra. Vagy ők hozt nevi, neder húsi megúren batagyi, mert neder sárraza, de madar sebb jenis. Ehhoz kene kell szúszegei, mert ne a fisatei. Semmelyen batagyam, semmely alkemen der húsi kutatja gyebe hó.
Спасибо большое. Спасибо. Итак, слово предоставляется партии НХАС. Пожалуйста. И партия отвечает. Я хочу ответить на вопрос представителя Единой Осетии и сказать, что когда мы говорим о количестве принятых законов, надо сказать о качестве законов. Если сегодня мы говорим, то, что 200 законов приняты парламентом этого созыва, то хочу вам ответить, что 169 законов – это инициатива правительства. 30 законов – это только инициатива депутатов. Из них 10 законопроектов – это мое участие в них и моя инициатива, кстати. Но а то, что касается помощи, то уже ответил предыдущий оратор, я не считаю, что наша политическая партия является благотворительной организацией или строительной какой-то компанией, но несмотря на это, что наша партия получает в меньшинстве, это 100 с копеечками в месяц, я вам могу сказать, и детские площадки, и воду в деревню проводили, и спорткомплексы, и помощь людям, которые нуждались. Но я тоже считаю, что это огромный грех, когда ты хвалишься, афишируешь. У нас есть наш сводный отчет, который мы представляем в Минюст. Не надо смеяться. И мы представляли эту информацию, кстати, и к вам. Сейчас уже время подошло народной партии. Пожалуйста. Так. Амиран Евгеньевич Дьяконов. Уважаемые коллеги, существует закон. Существует закон, и мы все, никто, никому из нас не дал права отходить от закона. Закон требует, что если когда у государства есть тендер на проведение работ, он их выставляет на торги. Организация, выдвинувшая наиболее приемлемые условия, она берет подряд на проведение этих работ, а излишки, которые есть, они остаются у государства. Что у нас происходит? Кто у нас берет эти тендеры, по каким условиям они передаются? Кто являются эти подрядчики? По каким наценкам, может, кто-нибудь об этом знает? Никто ничего не знает. И давайте не будем хвалиться по тем местам, да, где не надо хвалиться. Я не считаю, что данное направление, это есть возможность чем-то показать и похвалиться, потому что нарушение закона, это уже само по себе... Это уже само по себе нарушение. Спасибо. Партия Единства, пожалуйста. Благодарю вас. Ну, Алан Сергеевич, партия Единства, я уже говорил, что обладает славной историей и в течение этой истории оказывала помощь весьма большим категориям нашего населения. И это, я считаю, что тоже заслуживает доверия там, уважение и так далее, и тому подобное. Но что касается юридической стороны дела, то здесь совершенно справедливо одно. Это функции структур исполнительной власти. Они должны прежде всего заботиться о том населении, которое доверилось и политическим партиям, и исполнительным структурам, которые они формируют. Благодарю вас. Спасибо большое. Итак, партия Единства, у вас есть возможность задать вопрос остальным. Честно говоря, у меня особых вопросов к своим коллегам нету. И просто я хочу пожелать нам всем соблюдать политическую культуру и идти на выборы, соблюдая и этику делового общения, и этику политической культуры. Я почти уверен, что нам это удастся. Благодарю вас. Спасибо большое. И заключительное слово. Перейдем к заключительному слову. У каждого на заключительное слово будет 1,5 минуты. Итак, пожалуйста, Федебесте. Спасибо большое. Надо сказать, у нас действительно состоялся неплохой разговор. Местами даже очень откровенный, что действительно хорошо. И для начала предвыборной кампании тем более очень хорошо. Еще раз могу сказать, значит, что партия Федебесте выступала и выступает исключительно за сохранение независимости нашего государства. И если мы говорим опять же об экономике, то еще раз повторяю, мы должны говорить тогда, определиться, какую экономику мы делаем. Пока мы будем стоять на развилке, никакие экономические проблемы. Красиво. Сегодня прозвучало много хороших предложений, будет во время кампании еще больше хороших предложений, но поверьте мне, они останутся такими же мечтами, если мы не определимся с главным вопросом, что мы строим сегодня. И наша партия считает, что единственный вариант на сегодняшний день, который возможен, это строительство независимого государства. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Коммунистическая партия, пожалуйста. Уважаемые телезрители, уважаемые коллеги, уважаемые кандидаты, действительно, тема сегодняшнего
дебата была экономика, и мне бы хотелось посвятить эти полторы минуты именно этому вопросу. Надо твердо понимать, что поддержка государства необходима и сельскому хозяйству, и промышленности, и всем отраслям. Это производство, особенно сельское хозяйство, оно затратное. Мы это все понимаем. Иногда даже не прибыльно, но оно необходимое. Оно непременным образом нам необходимое. Это независимость государства. Даже частник, сейчас много говорили о кредитовании, не сможет потянуть это и вытянуть это на должный уровень. Поэтому государство должно непременным образом участвовать в этом. Ну, естественно, возникает вопрос, и он уже был здесь задан. Мы все что-то хотим, у всех есть много мыслей. А где взять деньги? Есть два хороших способа. Один хороший, другой плохой. Хороший – это попросить деньги у Российской Федерации на развитие сельского хозяйства, на развитие промышленности, написать общий план. Плохой способ, и он трудный – это сокращение нашего чиновничьего аппарата. Учителей, врачей, деятелей культуры, всех вместе взятых, меньше, чем чиновников. Поэтому, я думаю, деньги найти на развитие экономики у нас можно. Спасибо большое. Спасибо. Итак, пожалуйста, единство народа. Спасибо большое. И дальше у нас партия Нухас. Вам слово. Куда я бомбарствовал? Кому патасайрок дар мохан накоду аймидаг макаву сарос новарта одаман. Шамай сахадаг фахуз дар кануи сашор доварта. Ит хей тоже кау хур закунта сарос. Уж закунта тако маскана парламент. Ирен Юнг парламент кадни насарсто уж закунта. Загам мохан скойку тун уже налогов закандат истоит хей. Миллиардай фельдар тембл кутан фара фельдар хайроистуй одаман сахишей. Ушеде, фельдар предприятий та джинефазенди, фельдар козбенат та джинефазенди, фаладжи фельдар налог ройстам. Ви адам хух кайн кот тогнав, кама налог тал хашам кудин ба лофта, саура винелуй, ви фетчак, инвестор та, мах журам кама рканам кайдар та. Херен йоги инвестор дар нершедис, наш на инвестицию не закандалста, на базе. Бете кач тири фашей сафтам. Адам, шей сот лагай фельдаран, кост роттуй ме фашей сафтам, шей тхай. Ви тхай мана бостам, ми мана хос кайн, натчакам. Стокунта Роскудес Тофта на Соростом, Растагалца на Файфтом. Махауши Форсто там, Кауркасен Фучогайдар. Мавзарста ты законодат истома, Кауркасен Сайрогайдар. Шайдж Манохам, Пезоброзим, Манохам Хачажинод Моволо, и не взарста ты. Вот Хави Каусорозен Сайрогайдар. Узнан. Спасибо большое. Итак, слово предоставляется народной партии. Заю и ход моя журин, уже мы нахался Роздар Зохтун, Одан, Интеке, Шаренштинг, тенгиште кризис, социално-економички кризис и јужни сите. Бинун тедар, ме одам дар шарен нефер разнич. Кад зохто нафта 10 тиши, 15, 20 тиши одам нефер шарнист. Ме дјути хе, в основном, каве хасен законта а реформан рамен гека пенсионни фонд. Пенсионни фонд арас тршу дифала, кудем бел афта некус, не бохат чаис, я закона, я шамен я керум Я законно тут листан, керу ма бокерам, не менге кава. Не менге ивен кава налогови годис, не менге ивен кава банковски система. Ше меко модимо гисо 16%. Мене фесток встречал дар, де парламент, фесток встречал дар, вопрос задават керен, едма, панга хистер, ма ше ме 16%, ма ше не вуси, бомбору мам лекер, ше мен ойдо хохишо удахшосте. Керен има частни кампанја, частни банки, дате до ја бума 50% да дате кредит. Фалеен така јужни осетија, јусим ја дар најкаше кредит нај. Ма ше неко ме исо, 16% банк, ше неко ме исо, 8%. Ави каве фаивен, налогов система каве фаивен, фаивен каве сериозни реформата, каве пенсионни фонда ми дека. Сериозни реформата, хасан каве ја хадак формировани бюджет, ама бюджет, кут формироват са кеја, тела кеја рома, депутата не зумиш, депутата не накрај ресен бодан, сразу. Спасибо большое, спасибо. Единая сеть,
زنارم باستکتا. آشتکی که توی خوستو نفتم ای، از قوم خودی نکنین، من هم قوم خودی نکسید، آدم فرض مکایستم نپارتی نکنه ویت خی. آدم زنجینت که اسکت چک کنم، یول در نجورن توی خیشات قوم اسکت چک کنم، شما یرم مخیشات نودی خوستاری رستونه، ما اوش خیشات داشته گناش در اسکت چک کوت، من هم نودی قاق آدم. قاق آدم کدون قاق دست خوسای، آل غزدر. فلسم یک قوستر نیچی دار تا ویدر ودی سنت استم یول در آل کمی در کشن آلوک تففل درسته ما هاو میز خشه دستم دو خط نبیوجه دل نبیوجه دو خط که از خشه دی هاوی او هاو شن آلوک تا کدو نیرم مبیوجه تا نو دستوی فلا کشو فیسته وی زونگ در نیچی که نابونیون فلا بون تارازن دست بیوجه تا اما شوین چن در من در ناپراوله نیتل ساتیالو نخوسن کدایو نوتافتمه یو خود منجورن خوز کنن ای خوز در نیشی ما و بون که خوز کنن ات قوم آدم فارس ما بالا وات ما خود اینا کنن توش خوز ای وی خود اینا گنو ما گر لگن یا فارس ما که بالا وای و ات خوش آو در سرخ کنجی ما دادم در ما آبون نپارتیان آل خود در یا فرسته یک کد دومنج ما اوش فرسته آل کش پارتی اندر در تنج پارلمنت چی یو دونم پراپارسانال نا پا کالیچس فو دیپوتاتف آل کش پارتی اندر ما ماخن نپارتی ان نبون وابون در سات چود کنم شال یوسوم را استام خیش آوادای نه چلینسکی وزنوسته شال یوسوم را برتام نه خی پارتی های شوتل اما شالس بخارش کود تامی شتر بوز نگو نیول در Спасибо большое. Итак, единство, пожалуйста. Благодарю вас. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, партия «Единство» считает главным системный подход к решению проблем в экономике. В свое время партия «Единство» была продвинута, и мы настояли на том, чтобы была принята схема территориального планирования Республики Южной Осетии. В ней очень четко и ясно было определено, где должны находиться объекты сельского хозяйства, где должны находиться промышленные объекты, жилье, где должно строиться и так далее и тому подобное. К сожалению, положения схемы территориального планирования не выполняются, и мы, пройдя в парламент, и даже не пройдя в парламент, будем настаивать на выполнение положений этой самой схемы. Вот. Далее, нету в государственном механизме и нету в системе экономики второстепенных элементов. Мы, когда говорим о сельском хозяйстве, мы должны понимать, что сельское хозяйство во всем мире дотационное, следовательно, нужно развивать высокотехнологичные, прибыльные производства с высоким уровнем добавленной стоимости. Мы должны развивать и туристический комплекс. Но о системе малого предпринимательства мы уже говорили, и очевидно, что мало того, что эта сфера является сферой, приносящей доходы в бюджет, но она еще и служит разгрузкой для государственного бюджета. И все вот это в комплексе мы должны продвигать. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, на этом наши теледебаты кандидатов в депутаты по партийным спискам подошли к концу. С вами были Батрат Схориев и Ольга Цхавребова. Сегодня в 21:00 у нас продолжатся теледебаты, и в студии у нас будут кандидаты в депутаты от одномандатного округа номер 9. До свидания. До встречи.